Рон ДеСантис. Принудительные мандаты на вакцинацию окажут негативное влияние на экономику. Министерство здравоохранения Флориды, FDOH, наложило крупный штраф в размере 3,5 миллиона долларов на округ Леон Флориды после того, как оно уволило более дюжины сотрудников из-за мандатория Байдена. Губернатор Флориды Рон ДеСантис удвоил свою позицию мандатами на вакцины против вируса КПК, предупредив, что они абсолютно окажут негативное влияние на экономику и вызовут сектора экономики страдать еще больше, ведь некоторые из них уже сталкиваются с нехваткой кадров. Выступая на пресс-конференции в Найсвилле, штат Флорида, губернатор сказал, что администрация действительно обеспокоена принудительными вакцинами и тем влиянием, которое это окажет на рабочую силу. Дело в том, что вы обращаетесь к медсестрам, даже если часть из них решит, что это не то, чем они хотят заниматься, и уйдет, это обязательно вызовет кровотечение во многих системах здравоохранения. А затем вы посмотрите на все эти другие компании, которые делают это. Я знаю, что Байден пытается навязать это всем. Но этот выбор должен быть индивидуальным. Я не имею в виду, что вас следует увольнять из-за этой проблемы. Мы хотим защитить рабочие места и людей. Но, во-вторых, безусловно, окажется негативное влияние на экономику. Если вы заставите людей потерять рабочие места, потому что вы должны уйти, тогда вы должны найти новых людей на их места. Давайте рассуждать о том, что мы делаем. Администрация ДеСантиса в настоящее время борется с препятствиями, созданными режимом Байдена, посредством судебных разбирательств и принятия законодательства на штатном уровне. И то, и другое в ходу. Но в целом сохранение мест, подчеркнул губернатор ДеСантис, остается приоритетной задачей.